Бройлера вчера петухов забрали последних, увезли. У меня вот остались 3 мои курицы. Большие бройлерихи. Почему они до сих пор живы? Потому что курочек было мало, были петухи. И петухи вот им позатоптали, посодрали все спинки. Поэтому они тут у меня сидят, подживают. Ко-ко. Набираются сил, но они и так хороши, думаю, по весу будут уже. Вот одну такую убирали, она где-то была 4200. К ним вот залетели маленькие эти. А эти где попало, несутся сейчас, потому что еще на место их не загнали. Ну, хоть гнезда знаю, собираю яйца. Ну, вот сейчас пришла утром. Это вот я не знаю чье. Это кто натворил? Это или бройлериха снесла, или молодушка. Ну, вот так вот они тут и живут у меня. Да, кококают. Да, типа? Ты снеслась это или нет? Ой-ой-ой, какая. А вот эти летучие голландцы сюда вылезли. Это они ждут, когда у Лютика останется еда. Они потом все выдолбят. Знает, что там останется. Видишь, у них какие гребешки поотросли. Вот, покупали-то не было таких. А сейчас думала, что обманулись породой. Нет, вот они отрастают. Они за ногу его хватает. Он сейчас тяпнет вас. Ешь, ешь, Люточка, ешь, 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 а то они у тебя все утащат. Батарея садится. Все. Вот так вот они и живут. Пока лето, пока тепло. Вернее, не лето. Сегодня уже 15 октября. Стоит такое тепло. Вот сегодня. Вчера было холодно. Я мультифлору пересаживала. А сегодня ночью прошел небольшой дождик. И тихо, тепло, тепло. Ну, там не знаю, сколько градусов. Может, градусов 8-7. Но это для октября, я знаю, хорошо.